Можно поинтересоваться, почему ты не шаришь за все тренды в ТикТоке, за которые шарят твои наркоманы Петрович? Потому что я в первую очередь в этом сраном ТикТоке не сижу, я его ненавижу, потому что там столько всего. И ты хочешь, чтобы я, человек, который записывает ролики, стримит, спит и все, чтобы я заходил в этот сраный ТикТок, смотрел ролики и потом вот это рандеву, 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 как это чайник ненормальный ходило 24 на 7 в этом Питере и просто ранде, рандеву, ранде, ранде, рандеву, ранде... Что-то там и я не помню эти тупые движения. Я что, я должен это все помнить? Ну, я должен вообще шарить за ТикТок. Я ненавижу ТикТок. Рандеву нафиг. Чтобы я всяких там этих смотрел, ваших вот этих ТикТок, не ТикТокеров, вот это. Не, я, у меня психика и так как бы не очень хорошая. А чтобы я еще ТикТок смотрел, тогда вообще в психушку забирать надо. Alors, on dort, on dit, tu travailles, on dit,